Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас всех тех, кто меня смотрит, с вами Николай Партийный. Это игра Dark Sector. Продолжаю свое эксклюзивное видео прохождение, где я в режиме хардкорного кошмара распространяюсь со своими врагами, использую стиль мачете, убиваю всех в ближнем бою, использую различные комбинации. Видео предназначено для всех моих фанатов моего творчества, игры Dark Sector и Warframe. Мы начинаем. Значит, что касается миссии, глава 9, Страж Границ. Тут как бы мнение многих разделяется. В каком плане? Тут можно использовать типа тяжелого вооружения и можно хэдкор пройти. То есть, как бы вам объяснить, я мог бы сделать два видео, как бы. То есть одно чисто на стволах пройти, которое предлагает нам игра. И также, в принципе, пройти по хэдкору, то есть как мачете, да, всех вырезать тупо. Значит, вы тут дожили до капитализма, наконец. Точно. Ты не пожалеешь. Точно. Спасибо за покупку. Видите, как моя работает тактика. Я в предыдущем видео все об этом рассказывал. То есть подробно, все элементарно. То есть ждем перезарядки щитов и дальше валить. Thank you.
То есть некоторых тут придется все равно Галеф как бы выкуривать. Каким образом? То есть метать Галеф в ближнем бою я до них просто элементарно не доберусь. Ну никак. То есть они не спрыгнут, не слезут. Ну все в этом духе. Вот это хэдкорд, ребят, чистый хэдкорд. То есть видите, как я работаю, прям как какой-то Хейден Т на профи. А также, в принципе, по ходу дела, ребят, расскажу, там у них проход, и он не открывается до тех пор, пока вы определенное количество врагов не убьете. То есть вы видите, да, он там проход, но он не откроется. Видите, он закрытый. Там с РПГ даже стрельнуть или гранаты не помогает, короче. Так сделано по игре, ребят. Thank you.
Костюм все равно немного прибавляет жизни и брони. Ну, по сути, жизнь увеличивается за счет брони. Каким-то таким образом. Магазин.
Теперь, да, с улучшенным костюмом мы теперь можем использовать эту ракетницу или модифицированный пулемет, не знаю, как правильно сказать, что это. То есть... А раньше мы не могли брать, но как получили костюм, теперь спокойно можем использовать. Это ракетница и пулемет. Вот так вот она одиночными стреляет. Ну разброс у нее дикий. Патроны бесконечные, ракеты имеют свойство заканчиваться. Грек, конечно, выкидывает такой агрегат, но что поделать. То есть тут еще одна стоит, по-моему, 10 ракет в этом арсенале. Ну тут придется либо из пулемета использовать, либо Грек. Вот гаденыш-то. Спрятался там. Даже тут есть улучшение. Лев зато не долетает. Главное, что пока вы не убьете определенное количество врагов, падал, поджарься. Эффектно, красиво и зрелищно. Thank you.
Да ну, не долетело. Ну, а теперь другой разговор. Два клоуна там стоят, сейчас мы до них добежим. И тут сохранение. Попробуйте обойти. Сейчас, сейчас, все будет, ребят. Вот только тогда, видите, открывается нам путь дальше. То есть, если, конечно, можно было как-то до них добраться, в рукопашку зарезать, я бы так и сделал. Куски дерьма тупого. То есть тут рулит в основном такая тактика, чистая логика, да, и в принципе все на поставлено на шахматную доску. То есть фигуры все. И вы главная фигура, у вас много таких трюков, ходов таких различных, а у них только обычные примитивные. Их там, ну, достаточно много. Ну, для меня это не проблема. То есть нужно просто знать, сколько вы можете выдержать количество урона. В этом костюме чуть побольше, чем обычно, но все же не особо много. Yeah.
Значит, вы тут дожили до капитализма, наконец! Точно! Ты не пожалеешь! Точно!